то, что предполагается сейсмические большие события на территории Дагестана, мы про это писали не один раз и ставили в известность руководство республики, они это знают, и МЧС то же самое. От этого никуда не деться. Идет горообразование, я уже как говорил, и, естественно, происходят сейсмические события. Но те наблюдения, которые мы проводим, в том числе и Институт физики Земли Российской академии наук, показывает, что идет миграция сейсмичности с Анатолийской платформы. Это как раз с той территории, где сейчас происходит сейсмическое событие.